Хотим сказать спасибо всем нашим подписчикам. На наш канал подписалось уже больше 3000 человек. Мы очень рады вашим комментариям и полезным советам. Это мотивирует нас снимать больше видео для вас. Привет, YouTube! Сегодня у нас наступила настоящая зима. Выпал снег, он не тает. Теперь корова у нас переходит на зимний стойловый режим с ежедневными прогулками по 2 часа в день. Для того, чтобы все мышцы находились в тонусе, для того, чтобы корова дышала воздухом и не скучала. Мне стали часто поступать сообщения и комментарии с просьбой поподробнее рассказать о том, почему я уехала из центра Москвы в глухую деревню. Всех, кого интересует эта тема и кто хочет задать какие-то свои вопросы, пишите под этим видео, я на все обязательно отвечу. Также у нас есть для вас новость. Подошел к концу месяц, и мы подводим итоги о доходах с нашей коровы. На эту тему мы снимем видео, где расскажем, сколько мы зарабатываем и как реализуем молоко и молочную продукцию. Для тех, кого интересует эта тема, задавайте вопросы, пишите в комментариях, для того, чтобы сделать это видео более содержательным.